Прогулки. Пришел с прогулки маленький мальчик и возмущается то, что тарелка вот кошку гладит. Надо тебя гладить, да? Нифига. Надо бросить гладить кошку. Вот она какая у нас кошка. Какая хорошая кошка. Какая она девочка классная. Вот она какая у нас красавица. Ты что возмущаешься? Мы гладим кошечку. У нас такая хорошая кошка. Такая красавица. Вот такая маленькая кошечка. Блин, запутались. Блин, у нас какая красивая. Целуют ее в щечки. Чего ты возмущаешься-то? Чего? Чего возмущаешься-то? Вот она у нас какая. Вот у нас какая кошечка. Вон у нее такие маленькие щечки. Тебя что? Давайте я тоже погладь. Давайте. Его не надо гладить. Надо бросить гладить кошку. Потому что, скажи, бросьте кошку. Весь дом тебя слышит. Что, кошку надо бросить, да? Скажи, можно любить только меня. 13-й, надо любить только себя. Да, даже. Ну это же маленькая кошечка. Ты что, ее же тоже надо погладить. Видишь, она какая красавица у нас. Чего ты? Чего ты обучаешься? Короче, вот у нас один такой еще вот с таким с характером. Кошку гладить нельзя. Надо гладить только его. Кошка, я задолбался тут уже сидеть, у меня все зачесали. Дарик, будь ты тоже человеком. Тебя же тоже гладят, тебя тоже гладят. Чего ты возмущаешься-то? Чего ты возмущаешься? Бросьте кошку. Бросьте кошку, кому говорю. Так, сиди, что там девать. Дэдик свой запрыгнуть не может, а ты да. Сиди. Он теперь будет с этой стороны дивана искать. Убежала. Так. Ну ладно, вот так вот мы воюем. До свидания. Ставьте лайки Дэндику, передавайте привет. А мы вам привет от Дэндика передаем. То есть он туда убежал. Так, сумочку надо проверить, что пакетик. Что, а что в пакете? Что купили-то? Что купили-то? Нет. Так, проверка что-нибудь дала? Ничего невкусного нет? Понятно, что-то не понятно. Ну ладно, до свидания.